Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Эталонная красотка Белла Хадид зажгла в бикини. В прошлом году глава Центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан де Сильва назвал лицо топ-модели наиболее приближенным к правилу золотого сечения. Белла Хадид уже давно пленяет подиумы своей неотразимой красотой. Достоинства топ-модели успели оценить и специалисты, назвав ее лицо наиболее приближенным к совершенным пропорциям. Эталонная красотка порадовала армию своих воздыхателей зажигательными танцами в бикини с принтом модной нынче леопардовой расцветки. В Инстаграм Белла выложила ряд фото, где она демонстрирует свои соблазнительные формы на деревянном мостике на фоне синего моря. У ног звезды расположилась ее приятельница, певица Джесси Джо Старк, которая взяла на себя роль оператора. На следующих кадрах Хадид запечатлена танцующей с распущенными мокрыми волосами. На пояс модель надела золотую цепочку. Осенью 2019 года Беллу признали эталоном красоты. Пластический хирург Джулиан де Сильва измерил параметры лица модели в соответствии с правилами золотого сечения и выяснил, что оно на 94,35% приближено к идеалу. Ранее эталонное золото присуждалось Эмбер Хёрд. А в феврале этого года самым красивым мачо был признан звезда фильма «Сумерки» Роберт Паттинсон.